Как установить эмоджи на ваш телефон. В этом видео я расскажу, как вводить эмоджи на Android устройствах. Прежде всего, процесс ввода зависит от версии системы вашего Android. Как посмотреть, какая версия Android в вашем телефоне? Для этого переходим в настройки, ищем информацию о телефоне и ищем строчку «Версия Android». Как видим, у меня это версия Android 9. Поддержка эмодзи зависит от версии Android, потому что эмодзи – это системный набор символов, и в каждую новую версию Android добавляются дополнительные какие-то символы. Например, версии Android, версии 2.3 и более ранее, совсем не поддерживают отображение и ввод эмодзи. Android 4.1 и 4.2. В этих системах эмодзи отображаются на экране, но их нельзя вводить. Поэтому скачиваются сторонние клавиатуры, чтобы печатать эмодзи. И начиная с версии 4.3 и более поздние версии Android, здесь уже можно использовать клавиатуру Google, называется Gboard, чтобы вводить цветные черно-белые версии эмодзи. Так, если на вашем телефоне версия Android 4.3 и более поздняя, то вы можете установить на свой телефон клавиатуру Gboard. Как это сделать? Переходим в Play Market, набираем Gboard и видим в поиске Gboard Google клавиатура. Нажимаем, устанавливаем приложение. У меня это приложение уже установлено. После установки его нужно активировать. Для этого переходим в настройки вашего телефона, ищем раздел «Личные данные». У меня это система и устройство, расширенные настройки и язык и ввод. То есть, по сути, в вашем телефоне нужно найти опцию «Язык и ввод». Здесь выбираем способы ввода, текущая клавиатура. У меня уже по умолчанию установлена Gboard. Просто выберите текущую клавиатуру на своем телефоне и выберите Google клавиатуру. Также для многоязычного ввода также рекомендую использовать клавиатуру Gboard. Теперь при написании любого сообщения, например, SMS-сообщения, вы можете вставлять эмодзи. Попробуем написать SMS-сообщение. Просто зажмите кнопку Enter на вашей клавиатуре, и откроется меню, в котором одной из опций будет символ смайлика, либо у меня это кнопка запятая. Зажимаем на запятой, переносим, делаем свайп в сторону смайлика. В итоге у нас появляются все доступные эмодзи на вашем телефоне. Просто набираем, нажимаем. Здесь можно выбирать цвет отображения эмодзи. Просто зажимаем нужное эмодзи. Например, рука. И здесь уже выбираем цвет смайлика. Промотайте вниз, чтобы просмотреть все доступные эмодзи в вашем телефоне. Как видим, использовать эмодзи довольно удобно при общении с друзьями. Итак, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!